забывают или игнорируют. Дорога по Малому проспекту Ленина стала односторонней с 1 февраля. Но некоторые водители не обращают на знаки внимания, говорят в ГИБДД. И совершенно зря, придется платить штраф. Ежедневно сотрудник госавтоинспекции привлекается к административной ответственности порядка 10-15 человек, которые, несмотря на дорожные знаки, предупреждающих о том, что здесь участок дороги с односторонним движением, нарушают.